Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусный натуральный домашний творог. Рецепт простой и быстрый. Потребуется всего два ингредиента. Точное их количество будет указано в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! В кастрюлю с толстым дном наливаем 1,5 литра свежего молока жирностью не меньше 3% и отправляем на огонь. Пока молоко нагревается, выжимаем из одного крупного лимона сок. Чтобы получить как можно больше сока, лимон нужно хорошо помять. Прижимаем его рукой к рабочей поверхности и катаем несколько раз туда-сюда. Затем выдавливаем из лимона сок. При этом обязательно фильтруем его с помощью сита. Нам надо получить 60 мл чистого сока. Теперь возвращаемся к молоку. На протяжении всего процесса его необходимо периодически мешать, иначе молоко может подгореть. Доводим его на сильном огне до температуры 80 градусов. Вливаем туда выжатый сок. Убавляем огонь. И прогреваем содержимое кастрюли минут 5-10. Молоко должно разделиться на белые крупные хлопья и желто-зеленую жидкость, называемую сывороткой. На этом этапе огонь выключаем и даем творогу отдохнуть 5-10 минут. Дальше устанавливаем сито на глубокую емкость, застилаем его сложенной в несколько слоев марлей, выливаем туда содержимое кастрюли, ждем, пока сцедится вся сыворотка, а затем дополнительно слегка отжимаем творог руками. Вот и все. Очень вкусный домашний творог готов. Из указанного количества продуктов получается 210-220 граммов изумительного домашнего творога. А также остается 900 мл сыворотки, которую можно использовать для приготовления различных блинов и пирогов. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.